такое ощущение, что немножечко есть лишний вес сейчас. Ну, по крайней мере, по тому, как он играет. Навес. Удар головой. Гол! Вот это да! И это Николас Пареха. И это Николас Пареха, который к своему штрафному добавляет еще и гол головой из такой борьбы. Неожиданно, прямо скажем, не поверили никто. Видите, даже Веремко не дернулся. 2-0 в пользу Спартака. В самый нужный момент, когда вроде бы самарцы добавили и близки были к тому, чтобы счет сравнять, Спартак наносит второй удар. Подача Честрюм, и видите, как Пареха сыграл, а? Какой удар! Фантастика! Это один из самых красивых голов головой, который я видел за последнее время. 2-0 в пользу Спартака. Чудесный гол Николаса Парехи. И вообще он сегодня главная фигура в атаке красно-белого клуба.